Еще 3 медали у сборной Казахстана в чемпионате Азии по велоспорту. Сегодня наши спортсмены заняли весь пьедестал почета, одержав уверенную победу в гонке на 126 с лишним километров. Ближайшие соперники, японцы, отстали от наших спортсменов на 3 минуты. Куатжан Шарбаев встретился с победителями заезда. Победу казахстанцев зафиксировал и распределил по местам фотофиниш. Первая четверка победителей уже успела остыть, пока до финиша добрались японцы. Дистанцию в 126,6 километров наши земляки преодолели за 12 минут и 6 секунд. Григорий Штейн, Евгений Гидич и Алексей Волошин распределили между собой медали, а четвертое место занял Максим Сатликов. Погода сегодня помогла нам выиграть, наверное, так скажу, можно сказать. Потому что пробовали, много раз атаковали, догоняли. Но было, да, тяжело, судороги хватали, иголки даже, ну, эти булавки с номера срывал, колол ноги, чтоб отпускало. Вот так вот. Но все равно доехали вместе, все молодцы. Команда вообще отличная, хорошо поработали. Я очень рад вообще. По словам спортсменов, такого в истории Казахстана, чтобы в групповой международной гонке финишировали сразу четверо, еще не было никогда. Однако ребята звезд с небес не собирают. Пару дней отдыха и снова тренировки и международные старты. И учитывая, что мы в Европе гоняемся, конечно, до европейского уровня мы еще пока не тянем там в призах заезжать. Ну, идем к этому. Как бы Азия уже для нас как бы, ну, ступенька такая прошедшая, можно сказать. Теперь надо уже на европейский уровень выходить и уже там заезжать в призах, ну, как бы на медали рассчитывать. Чемпионат Азии продолжается. На данный момент в копилке сборной Казахстана 15 медалей, из них 8 золотых, 5 серебряных и 2 бронзы. Напомню, международный турнир завершается в воскресенье. Ожидается, что церемонию закрытия посетит олимпийский чемпион Александр Винокуров. Куатжан Шарбаев, Дмитрий Оборок, Артем Ковалев, 5 канал.